Здравствуйте, мои юные друзья. Сегодня мы слушаем песенку, победившую в «Колесе фортуны». Исполнитель Лючи. А песенка называется «Люди тупые». Для тех, кто не знает, напоминаю еще раз, что у нас мы слушаем песенки по вашим пожеланиям. И есть два пути. Первый, в нашем телеграм-канале еженедельно проводится «Колесо фортуны». Из тех, кто донатит маленькую небольшую сумму за то, чтобы попытать счастье и чтобы мы послушали ту песенку, которую вы хотите. Вот. Но там есть шанс проиграть или победить. В отличие от тех, кто будет донатить сюда, ссылка под этим видео, за 1000 рублей, мы 100% послушаем вашу песенку. Поэтому в зависимости от ваших возможностей присоединяйтесь к нашему музыкальному донату. Итак, люди тупые. Сейчас мы узнаем, почему нам про это хотят рассказать. И доводы. Картинка прям с музыкой совпала. Вот это вот должно еще трястись. Люди тупые, они ничего не понимают. Люди тупые, они ничего долго не знают. Люди тупые, от животных отличаемся слабо. Люди тупые, вместо пользы приносим одну лишь отраву. Ничего не поняв, уходим, не оставляя наследия. Как получить наслаждение, если вокруг одни лишь бедствия? На показ мы все добрые, видите, бабушкам там помогают. Но единицы живут, остальные лишь просто выживают. Люди тупые, 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 люди тупые. And they found you amusing for a while. But the one thing they love more than a hero is to see a hero fail, fall, die trying. In spite of everything you've done for them, eventually they will hate you. Why bother? Жизнь во многом непроста. Лишь малый процент занял ты без места. Пытаешься добиться, удачи не хватает. Эти, кто потупее, все блага лутают. Ты не понимаешь, ты все упускаешь. А ты всюду слышу постоянно я. Неправильно ты ешь, неправильно ты спишь. А ты все у нас так круто знаешь, крутыш. Они не понимают твою вайб, не выкупают твой став. Только просят кусок бесплатно. Отличные друзья хелпуют знатно. И хоть ты в этом мире найдешь лучше, поверь. Никто не отменял, естественный отбор. Но ощущение, будто пред тобою забор. А позади да никого и не видать. Ты такой же, как и все. Тьфу, твою мать. Никогда не понимал, в чем прикол бухать. Алкаши думают, крутые ебать. Государство лутает бабки. А у тебя дела не гладки. Под давлением массы пойдешь не туда. Захочешь легких бабок, соскамишься, да. Бесплатный сыр в мышеловке. Убить за брата за кроссовки. Человеческой тупости нет предела. Вы по приколу меня бьете? Не за дело. До сих пор преобладают животные инстинкты. О чем вообще речи? Существуют бандиты. Слава богу, сейчас не средний век. Люди у нас верят, но спиною грех. Религия нужна только для надежды. Кто верит, для галочки тебе бесполезны. Король не поможет, а поможет бог. Он сделал то, что закон не смог. Со стадом справится даже глупец. Главное, чтоб стадо не стало умниц. Ну, друзья мои, вот, значит, минусы и плюсы. Ну, как бы по смыслу все понятно, и мне кажется, смысл был доведен, и точка зрения исполнителя ясна, и в чем-то можно с ним согласиться. Поэтому вот эта часть мы даем в плюс. А что у нас с минусом? Первая часть вообще была ужасна. Просто вот это вот нытье, которое я не люблю, это раз. Во-вторых, это музыка. Вот, я говорю, все это тряслось, вот это вот не зря. Вот эта картинка, кстати, это тоже плюс. Она очень хорошо выражает саму атмосферу песенки. Вот. А вот меня это раздражало. Вторая часть стала немного пободрее. И там со второй части все вообще было замечательно, и по смыслу, и все, конечно, вот этот вот стиль, это тоже на любителя, и я не могу сказать, что мне прям вот он сильно вот этот нравится, вот, но если оценивать, я вот не оцениваю тех, кто
по заказу. Вот, ну, мне кажется, вот за счет текста на четверочку натянул, ну, прям вот с натягом. Потому что манера исполнения и музыка меня раздражала, особенно вот первая часть. Вот. Но благодаря тому, что написал складно и смог рассказать, то есть не просто еще складно, но еще и смыслово, то вот за счет этого можно сказать, что песенка удалась. Всем пока!